ощущения. Пиши на табличках. А четыре белые это что такое? И четыре синим, и четыре красным. Или арбитру. На ковре А победу одержал Чермен Тавитов, Москва. На ковер А приглашается спортсмен весовой категории 61 килограмм. Ислам Базарганов, Азербайджан, Ахмед Зубайров, Пермский край. Челлендж ковер С. Здесь, 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 здесь.
Челечка, С. 4 балла борцу в синем трико, 2 балла борцу в красном трико. Челлендж выигран. Хаджи Айдаев, Чеченская Республика. Затем возвращается в активную категорию 61 килограмма, 1/4 финала. Джабраил Гайрбеков, Москва, Карим Салахбеков, Дагестан. Приготовится борцам весовой категории 70 килограмма, 1/4 финала. Заурбек Бугулов, РСУ Алания, Кянан Хейбатов, Азербайджан. Челлендж проигран. 4 балла борцу в синем трико и балл борцу в красном трико. Челлендж проигран, балл борцу в синем трико. Yeah.
Джамал Ахмадудинов, Республика Дагестан. На ковер Б приглашаются спортсмены весовой категории до 92 килограммов. Адам Гагиев, Республика Ингушетия. Магомед Нуров, Ростовская область. Подготовиться спортсменам весовой категории до 61 килограмма. На ковре А победил Ахмед Зубайров, Пермский край. На ковер А приглашается Абдурахман Далгатов, Республика Дагестан, Умар Умаров, Республика Дагестан. На ковре Б после этой встречи подготовится спортсменам весовой категории до 61 килограмма Магомед Амин Бекбулатов, Республика Дагестан, Абубакар.